Всем привет! В этом видео я покажу, как сыграть песню, или лучше сказать стих Анны Ахматовой «21 ночь, понедельник». 21 ночь, понедельник, очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от лености, или от скуки, все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки, и любовные песни поют. Вот и так далее. То есть в этой песне 4 аккорда. C, D, S, M, A, B и G, M. Единственное, что первый раз аккорд B я поменял на аккорд Е. Сейчас покажу. Вот. Первый аккорд C, D, S, M. Так, видно хоть. Получается, я зажимаю четвертый лад Бре на 5 струн. И по стандарту, как в До миноре, только единственное, что я делаю это на четвертом ладу. Поэтому это и диез. Следующий это стандартный ля мажор. Потом идет аккорд, тут два варианта. Либо сыграть аккорд Б, либо же поменять его и вместо аккорда Б сыграть обычный ми-мажор. Просто чистый. Он тоже отлично подойдет. Вот. Потом же идет аккорд GM. Нет, я сыграл обычный G, кстати. Минор я не делал. Я сыграл мажорный аккорд. Мне кажется, он лучше подходит. В принципе, все. Бой стандартный. Ой, не бой, этот перебор. Боем тоже можно сыграть, но перебором она лучше звучит. Получается бас, потом четвертая, третья. Это вроде бы восьмерка, как она называется. Это уже вариации, то есть вместо аккорда ми мажор я могу просто зажать вот такое баре. И сыграть вот так. То есть это звучит интересно. Все. На этом разбор завершен. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь и пишите в комментариях, какие видеоуроки вы хотели бы видеть в будущем.